Hey, привет, дорогие зрители, обычный обыватель Ютуба, с вами Кот, и добро пожаловать на новый ролик по игре Plants vs. Zombies 2, либо же Растения против зомби 2 часть. Мы продолжаем играть, значит, отправляемся в мир приключений, и сегодня у нас будет мир пляжных волн. В прошлой серии было очень хардкорно, и мы там застряли на 16 уровне с этими ракообразными гаргантюа, и, значит, у нас 17 уровень сегодня будет, и сегодня мы как раз будем открывать тоже новое растение. Значит, гуакадайл вроде он называется, то есть это авокадо, но он в виде крокодила, это довольно-таки необычно. Погнали, значит, начинать. 17 уровень. Значит, возможно, сейчас будет какой-нибудь гаргантюа, либо же новый какой-нибудь зомбак. Да, точно, ты посмотри, новый зомби. Новый зомби, это же... Блин, капец, это же вот этот зомби с осьминогами. Так, хорошо. Полный хардкор, дорогие друзья. Именно для второй части это полный хардкор. Так, значит, давай посмотрим вообще, что у нас по раскладке. Предлагаю, значит, какое-нибудь растение взять, либо первобытный подсолнух, либо двойной оставить. Возможно, мы оставим двойной. В принципе, мне раскладка нравится. В принципе, раскладка хорошая. Давай, короче, так вот оставим, в принципе. Вроде как все хорошо. Так. Вот теперь есть большие проблемы. Значит, у нас всего-то два ряда, докуда не доходит вода. Так на всей карте полностью вода, дорогие зрители. Так, будем сейчас потихоньку лилипед высаживать. Так, ну и, конечно же, высаживаем подсолнух. Так, давай, короче, потихонечку. Отлично. Так, первого зомбака взяли. Так, значит, предлагаю электрический разряд сюда добавить. Будет круто. Так, он как раз с этими зомбями управится потихонечку. Так, и подползают уже другие. Это очень напряжно. Так, сейчас еще, если на электрический модуль накопим, будет хорошо. Так, давай, 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 есть. Так, давай, электрический камыш, ты должен заметить вот этого бокового зомбака. Так. Пожалуйста, подсолнух, работай. Есть, есть, есть. Ты-ты-ра-ра-рам. Так, отлично. Так, лилипед, все, пусть он там грызет себе спокойненько. Хотя вот есть проблемки. Эй-эй-эй-эй, не-не-не-не-не, не грызи водоросли. Водоросли не грызи. Есть, отлично. Так. Хорошо, вода вовремя подступила. Так, вот только меня напрягает вот этот зомбак, дорогие друзья. Вот он уже идет, черт подери. Так, вот сейчас будут великие проблемы. Сейчас будут просто неимоверные великие проблемы. Блин, а нет, 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 только не это. Только не это. Так, давай, пожалуйста, разберись. Я тебя прошу, разберись с ним, отлично. Водоросли хорошо справляются. Вот понимаешь, они все, они отвлекаются вот на вот этот... чертовый кальмар, блин. Осьминожи. Зомбаки уже проходят. Так, короче, предлагаю сейчас вот этим воспользоваться действием. Так, какого-то фига. Там чертенята. Так, спокойно, дайте солнышки. Так, отлично. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Так. Убейте этого зомбака ближайшего. Так. Ух-ух-ух-ух-ух. Так, короче, сейчас, если получится бонг-с-чой поставить, будет очень-очень хорошо. Так, капец, они жестко грызут орех. Так. Вот убейте этого зомбака. Блин, туча, ты куда летишь? Туча вообще не туда летит. Так, короче, давай бонг-с-чой здесь. Вот так. Жестко. Так, короче, предлагаю сейчас бонг-с-чой установить. Так, главное, чтобы вода сейчас не поднялась, потому что это будет великая проблема. Так, лилипед. Отлично. Так. Давай этого зомби водяного. Блин. Так, предлагаю сейчас пустить тучку. Так, убейте тетю. Убейте тетю, эту зомби-женщину убейте. Пожалуйста. Есть, отлично. Так, хорошо. Так, можно выкопать. Так, поставить орехи. Все, в принципе, когда бонг-с-чой есть,
уже у нас повышаются шансы, дорогие друзья, пройти этот уровень. Великолепно. Так, опа. Так, здесь нету. Здесь нету ореха. Так, сейчас еще, короче, поставим электрокамыш. И все будет хорошо. Так, предлагаю сразу использовать водоросли. Так, хорошо. Так, заменяем орех, опять же. Так, спокуха, спокуха, спокуха. Так, там этот идет. Там этот, блин, идет. Так, 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 так. Не-не-не-не-не-не-не, все, полетели. Полетели, блин, вонючие осьминожьи. Так, короче, давай осьминогов. Хватай осьминогов. Да зачем ты зомби-женщин-то хватанул? Надо было осьминогов-то хватать. Что? Да вы... Они офигели. Так. Подожди-ка, это полный хардкор, дорогие друзья. Так, Сбонкс, чё, и я прошу как-нибудь удалить этих зомбаков. Так, давай, 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 потихоньку. Он, видишь, он себе путь пробивает. Он себе пробивает путь этими осьминогами. Давайте, уничтожайте, уничтожайте. Так, вот, отлично, сейчас, 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 давай, давай, водоросли. Есть! Отлично, все, выигрываем, дорогие друзья, пиньятку. Так, ну, я тебе скажу, было не так хардкорно, но очень напряжно. Так, хорошо. 17-й уровень пройден. Так, что у нас в пиньятке? Так, 100 монет и улучшение на Гуакадайла. Отлично. Так, продолжаем. Так, и значит, 18-й уровень. Дорогие друзья, 18-й уровень. Так, появляется пользователь Дэйв. Так. Пенни! Ты любишь серфинг? И типа, короче, зомби, любящий серфинг, короче, тут. Так. Ну, пользователь Дэйв. По факту, это лучшая арена для того, чтобы, короче, тут плавать. Чё? Боже мой, вы чё, офигели тут? Так, дорогие друзья, все, пошел хардкор. Полностью. Так, подожди-ка. Его можно установить в воду. Отлично, Гуакадайл. Гуакадайл, я тебя обожаю. Так, короче, сейчас посмотрим, как он будет действовать. Так, а что будет, если вот так? Ага, то есть, когда он сидит в воде, он себя спокойно чувствует. Когда он на суше, по идее, он начинает стрелять. Интересненько. Так, поехали. Так, по факту, вроде как это растение убить нельзя, дорогие друзья. То есть зомби его убить не могут. Да, вот, короче, он просто берет и уплывает. И тем самым сносит полностью зомбям ХП. Классненько. Так, мне это уже нравится. Так, хорошо. Так, ну вот сколько он будет стоить... Как бы на бонусном уровне это все прекрасно выглядит. А вот как оно будет все стоить уже в других уровнях. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Зомби-серфер. Предлагаю, короче, сейчас применить здесь вот эту штучку. Так, давай. Ага. Пока, зомби-серфер. Ты нам нафиг не сдался здесь. Так. Отлично. Так, гуакадайлы. Блин, они шикарно работают. Вот это реально растение крутое. Так, но есть проблемы. Есть проблемы, дорогие друзья. Так, есть. Он, короче, сбивает зомби-серфера. Так, неужели мы найдем управу на этих? Так, спокойно. А что будет, если... О, хорош, хорош, хорош. Давай, давай, давай. Кусай, кусай, блин. Так, а магнит зачем? Ну, в принципе, будет неплохой идеей, если он что-нибудь притянет. Так. Дайте мне еще гуакадайльчиков. Гуакадайл, давай. Давай, давай, давай. У меня на тебя вся надежда, опять же. Так, отлично. Хорош, хорош. Он реально жестко грызет. Это еще первый уровень у него, дорогие зрители.
Класс. Так, вот сейчас главное нам остановить некоторых зомбей. Неуклюжих зомбей. Так, спокуха. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, хорошо. Давай, гуакадайла мне. Да блин, а газонокосилки подбирается. Так. Так, короче, предлагаю здесь вот так. Отлично. Блин, напряг. Все, пошел напряг, дорогие друзья. Так, давай. Давай, уничтожай. Прошу, гуакадальчик, давай. Есть. Так, зомби-серфу. Зомби-серфу сейчас надо остановить любыми способами. Так, интересно, как зомби-серфер сейчас среагирует на него. Ага! Не смог убить гуакадайла. Все-таки, дорогие друзья, это единственное, походу, растение, которое вот не умирает от рук зомби. Так, спокойно. О, тихо. Тут же ничего нету. В этом месте ничего нету. Так, пожалуйста, вода, подступи. Ступай, да. Все верно. Все верно, давай. Давай, кусай. Блин, вот здесь... А-а-а! Стоп! Так. Подожди, но я проигрывать-то не хочу. Стоп. Я что, сейчас должен... Вонючие зомбаки. Стоп, гаргантюа, какого черта? Какого черта здесь гаргантюа выполз? О, бог ты мой. Какой кошмар. Какой кошмар. Офигеть. Вот это хардкор, дорогие друзья. Когда под конец остается там одна газонокосилка. Фух, выигрываем. Ну да, спасибо этой, конечно, электрической штуке, вот этому модулю, который нас спас. Если бы не он, мы проиграли бы. Туда прошел бы зомбак, и пришлось бы начинать все сначала. А, так, ну хорошо, едем дальше. Значит, все-таки я не хочу застревать на уровнях и переигрывать их несколько раз. В принципе, достаточно экстрим мода, на котором мы жестко застреваем. Так, значит, что у нас здесь? Боже мой. Так. Такая же толпа зомбаков, и за нас выбрали растения. Так, окей, гуакадайла мы еще не получили. В принципе, какие у нас там еще растения есть? Ну вот, в принципе, вот водоросли сейчас возьмем. Ну и, конечно же, первобытный подсолнух на этот раз. На этот раз у нас будет первобытный подсолнух, который нам поможет. А, хотя у нас есть грибы. Какой смысл-то в этих грибах? Так. Типа их проращивать надо. Ну не, я могу прорастить-то, в принципе, будет неплохо. Так, будет очень даже неплохо, дорогие друзья. Если мы это сделаем. Побольше солнышек будет. Ну и начнем как раз уже потихоньку устанавливать гуакадайлов. Видишь, в чем прикол? Первобытный подсолнух дает больше солнышек. Дает реально больше солнышек, чем обычный подсолнух. Это очень-очень круто. Так, хорошо. Как-то заметь, все это более лучше, более резко. То есть он реально больше солнышек дает, чем обычный подсолнух. Так, все. Быстро мы, конечно, расставили две линейки. Так, хорошо, поехали. Кукуруза у нас, дорогие друзья, необычная. У нее 4-й уровень. Это очень-очень круто. То есть, ты можешь заметить, какую она золотую кукурузу кидает зомбей. Так. Окей, хорошо. Так, ну с кукурузой мы, в принципе, быстро справимся. А может быть, даже будем ее брать в следующих уровнях. Это будет круто. Так, что у нас здесь? Так, предлагаю, значит, гуакадайльчиков устанавливать, дорогие зрители. Так, гуакадайл нам поможет во всем.
Так, 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 зомби-серфер, поберегись. Так. Здесь супер. Кукуруза, которая остановила его, кстати. Блин, офигенно. Капец, он даже не доплыл. Вот это нормик. Короче, ребят, может в следующих сериях и следующих уровнях будем брать кукурузу. Кстати, подожди, а заморозка? В смысле, ты подразумеваешь заморозку здесь? Ну-ка, как она сработает? Так, Гуакадайл быстро сработался, так. Отлично, так. Давай. Гуакадальчик. Ты должен помочь. Так, ты должен помочь устранить этого зомбака. Есть, но только вот это вот большая проблема с этой доской. Так, подожди-ка. Вот этого быстро. Стоп, нет. Так. Иди нафиг. Так, давай. Хоп. Отлично. Так. Великолепно. Только проблема, вот эта доска стоит и мешает. Так, ну ничего, мы чуточку сдвинем ряд тогда. Так, значит, что это, вторая типа волна? Так. Хорошо, предлагаю устранить вот этих зомбаков, отлично. Так, давай, блин, а... Ну что за фигня? Так, стоп. Так, а вам не кажется, что вы слишком обнаглели, зомбаки? Так, давай, короче, всем масло. Отлично. Вот только это на зомби-серфере не сработало нифига. Так. Давай, Гуакадайл. Ага. Так, отлично. Так, короче, вот так. Так, давай, Гуакадайл, хорошо. Сработались, так. Еще Гуакадайла давай сюда. Так, хорошо. Какой напряжный зомбак, ну ё-моё. Да уже устранись, ё-моё, ну почему так все выходит странно? Так, давай. Да ну, этим зомбям по барабану такое ощущение. Так, короче, предлагаю сейчас там пустить водоросли. Так, давай. Блин, не успел. Так, хорошо. Так, подожди-ка, давай-ка здесь. Блин, какие проблемные зомбаки. Дорогие зрители, какие проблемные зомбаки. Это реально ужас. Так, ну, в принципе, Гуакадайл хорошо справляется. Так, сейчас мы этого зомбака устраним. Сколько мы нафармили солнышек? 3000? Я думаю, что так не кончается ничего. Так, давай, кусай. Есть, все. Отлично, дорогие зрители. Проходим 19 уровень. Так, и выигрываем наше долгожданное растение. Великолепно. Сейчас мы его как раз прокачаем в первую очередь. Потому что первый уровень мы уже у него посмотрели. Он вполне себе неплохо действует на начальном этапе. Так. Окей. Едем дальше. Что же у нас дальше, дорогие зрители? Так, блин, Гаргантюа. Гаргантюа прибежал сюда. Так, значит, смотри, оставляем, в принципе, подсолнух. Так, гриб, я думаю, убрать, хотя он очень хорошо дает солнышки. Да ладно, так, вот это мы тоже уберем, возьмем. Бонкс Чой, Гаргантюа преследует нас. Просто великолепно. Так, значит... Ага, давай так. И давай попробуем. Блин, я даже не знаю, какое еще взять растение. Так, может такой? Блин, как-то непонятно, дорогие друзья. Так, погоди. Ага.
Так, подожди, Гуакодайл. Гуакодайл, да, конечно, прокачать Гуакодайла, все. Все, апгрейд, дорогие друзья. Так, у него... Стоп, мы можем его до третьего уровня прокачать? Офигеть! До третьего уровня. Ребята, сейчас будет жестко. Сейчас будет жестко. Поехали. Первобытный подсолнух. Давай, короче, жги. Так. Гуакодайл сегодня у нас на главной сцене. Великолепно. Так, предлагаю, значит, сразу поставить электрокамыш. Так, сразу ставим подсолнухи. Так, об этом зомби не беспокоимся. Его там сожрут, как они, водоросли. Наши любимые. Так, хорошо. Так, сейчас сразу быстренько еще один подсолнух навернем. Так, быстренько сюда орех. Так, какие все-таки зомбаки-то чуточку напряжные, дорогие друзья. Вот не очень люблю, знаешь, когда игра сразу в ход пускает каких-то маленьких хитрых чертенят, у которых еще дофига хп. Так, давай. Ага, все, отлично. Так, сейчас Гуакодайла будем, так сказать... Блин, убейте тетю. Убейте зомби-тетю. Так. Прошу, прошу, прошу. Есть, отлично. Так, значит, здесь давай вот это используем. Так, короче, предлагаю сейчас Гуакодайла все-таки вот поставить потихонечку вот сюда. Как он будет себя вести на третьем уровне... Сейчас посмотрим, дорогие зрители. Так, сюда Бонкс Чой. Так, сюда какой-нибудь вот водорослю. Так, отлично. Отлично, дорогие зрители. Давай, давай, убивай. Не смей мне даже сгрызть этот орех. Так. Блин, все-таки сгрызла этот орех. Отлично. Все, хорошо. Так, значит, теперь... Угу. Вот так, спокуха. Так, с Бонкс Чой. Давай-ка сейчас... Ты должен справиться с этим водяным зомбаком. Зомби-водолазом. Давай, давай, давай. Есть! Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, ну и все, в принципе... Так, значит, сюда вот это, сюда вот это, так, и... Так, спокойно! Тихо-тихо-тихо, зомби-серферы, ну почему так все это неожиданно происходит? Не-не-не-не-не, иди нафиг! Иди нафиг! Да ну вас, черт! Бонкс Чоя убили! Бонкс Чоя убили, блина! Так, ладно, Гуакодайл, я тебя прошу, умоляю, сейчас, пожалуйста, выживи. Любыми средствами. Так. Блин, а блин, блин, хватит, хватит это делать, хватит это делать. Давай, водоросли нет. Водоросли не сработали как надо. Да, блин, заколебал. Заколебал. Блин, пожалуйста, тучу убивай вот... Да не зомби с ведром убивай, убивай вот этих зомбаков. С этими... с осьминогами. Черт. Блин, зомби-осьминоги это самые бесячие зомби на этой локе. Так, пофиг. Да блин, Бонкс Чой, почему ты не туда стрелял? Так, давай. Вы че, офигели? Эта игра работает против меня. Черт подери. Убейте этого зомбака, пожалуйста. Пожалуйста, убейте этого зомбака с хренями. С этими хренями, блин. Давай, 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 Бонкс Чой. Так. Я офигеваю, дорогие друзья. Я просто офигеваю, реально. И это вторая волна. Что там еще? Какие сюрпризы? Да иди ты к черту, заколебал своих кальмаров кидать.
Так, Гуакадайл, вперед! Тун-турун-турун! Так. О, какой кошмар. Какой кошмар, дорогие друзья, боже мой. Так. Давай, Гуакадайл. Он, кстати, хорошо грызет на третьем уровне. Так, короче, предлагаю сейчас вот так тучку пустить. Давай, убивай, убивай эту фигню всю. Либо нас сейчас тут порвут, как тузик-грелку. Так, давай, давай, срочно. Давай, еще бункс-чой. Давай, бункс-чой, бункс-чой, бункс-чой. Справься, справься, справься с этим. Так, стоп, водяной, водяной, давай, 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 прошу, 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 водоросли, нет, почему вы не сработали так вовремя? Стоп, 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 не-не-не-не-не-не-не-не-не, давай, бункс, чё, исправляйся. Иди нафиг, я тебе подкладывать растения буду, чёрт. Черт, 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 не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, давай, убивай, 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 прошу, 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 убивай этого зомбака, он меня бесит. Он меня бесит, давай, давай, срочно, 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 срочно. Нет, кальмар, черт. Иди нафиг, блин. Кошмар, какой кошмар, дорогие зрители. Давай, 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 есть, отлично. Так, хорошо. Стоп, Гаргантюа, боже мой. Блин, вот это самое страшное, то, что можно сейчас представить на этом уровне. Давай, срочно, Гаргантюа, убивай, блин. Вот он там взбесился по-жесткому. Но первобытный, смотри, стоит, он его даже не с первого раза убивает, первобытного. Так, давай, давай, давай. У меня всего-то две газонокосилки. Я не знаю, как сейчас будет, дорогие зрители. Но мы должны каким-то образом справиться со всей этой фигней. Давай, убивай, я тебя прошу, я тебя прошу, есть, отлично. Все, готово. Суперски. Фух. И мы выигрываем какой-то амулет Титикака, я не знаю, вот интересно, он выглядит прикольно так, какой-то тотем. Так, я так понимаю, этот тотем открывает нам... Да, странная статуэтка, пользователь Дейв. Ух ты, да посмотри, это ж статуя, у нее сумасшедшие глаза. Мои анализы и индикаторы показывают, что это что-то очень старинное. Так, окей. Короче, я так понимаю, дорогие зрители, эта статуэтка открывает мир... в мир выживания. Вот, вау, вау, вау. Офигеть. Тики торча. Вау, круто, супер. Офигенно, все, дорогие друзья. У нас открылся мир выживания. Здесь так. И по факту там следующее растение еще далеко до него. Так. Да, до него еще далеко. Ну, я предлагаю, значит, возможно, тут сделать паузу или продолжим. Давай продолжим, в принципе, еще 21-й пройдем. Для закрепления, так сказать. Так, может, сейчас какой-нибудь будет бонусный уровень. Так, хорошо. Угу. Так, окей, тут только зомби-серферы, дорогие друзья. Так, ну хорошо, в принципе, такую рулеточку мы любим, поэтому сейчас мы ее быстренько пройдем, я думаю, все будет хорошо. Так, окей, лилипэд я пока еще не знаю, куда ставить. Так, ну, возможно, как раз сюда. Так, эй, ты что там, приофигел совсем, что ли? Так, окей. Ага, все отлично. Так, 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 так. Кстати, а это растение здесь нам выпало. Я все-таки говорил, дорогие друзья, позапрошлой серии и в прошлой, то, что это растение подходит для этого мира. И оно реально идеально подходит для этого мира. По факту. Так, отлично.
Давай, зомби-серферов, мочить, мочить нафиг. Так, у вас не кажется, что вас слишком много, господа? Так, хорошо, 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 так. Давай, давай, давай. Так, этот уровень, в принципе, обещает быть сложным. Потому что, видишь, вот эти доски, вот чисто одни зомби-серферы прут, и все, капец, так. Давай, весело, 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 так, спокуха. Так, можно, я думаю, уже замедлиться. Так, растение хорошо справляется, давай, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Отлично, так. Окей. Так, лилипеды. Кувшинки наши. Так, отлично, хорошо, хорошо. Так, есть, готово. Так, есть, заморозили. Так, все, дорогие друзья, волна зомбаков, и мы пускаем в ход всем. Супер-дупер колючки. Блин, это было круто. И очень быстро. Ну вот как-то так. Значит, что ж, проходим, и у нас получается следующий уровень, 22-й. Так, ну, в принципе, что ж, дорогие зрители, может, на этом мы пока закончим данную серию, я даже не знаю. У нас она затянулась уже примерно на полчаса, где-то. Так, продолжим, значит, в следующей серии, возможно... Мы купим новое растение и что-нибудь, да, откроем там новенькое. А пока что, ребят, на этом все. Значит, спасибо за просмотр, котики. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем бай-бай.